Как заработать на киносайтах? То есть второй вопрос – это киносайты. То есть есть просто сайт, да, со статьями, с полезной информацией, там, да. Есть киносайт. На киносайтах вы его тоже создаете, добавляете сюда видосы, пишете микрорерайты за 25 рублей. Но как заработать на киносайтах? То есть как заработать в интернете на киносайтах? На показах рекламы точно так же. Только реклама не баннерная по бокам, да, она уже просто видео, да, первые там 25 секунд, которые невозможно пропустить. Но мы делаем еще круче, ставим скрипт туда, который 25 секунд отыграл, и мы дальше, он сворачивается и смотрится дальше, там получается 3, 5, 7 минут даже удержания. Это очень круто, для через наши сайты, через просмотр получается, что удержание высокое, до 7-8 минут доходит, это круто. Соответственно, мы продаем рекламу еще и дешевле, чем все. Все продают ее за рубль, там, да, за 90 копеек, мы продаем ее за 50 копеек, или даже дешевле, за 35, там, или еще дешевле. В общем, если нужны просмотры, вы обращаетесь, в основном за 50 копеек. Ну, как же заработать на этих киносайтах? Просто создаете сайт, добавляете туда лицензионные видео с Ютуба, с других источников, там, Vimeo можно добавлять, Иви можно договориться добавлять. Ну, то есть всю лицензию. Или нелицензионные видео, ну, рано или поздно этот сайт у вас может заблокировать, но большинство сайтов живет, и все нормально, туда приходит трафик, все смотрят, и реклама там показывается. Продаете всем блогерам, себе делаете в первую очередь на YouTube-канале, друзьям потом уже продаете. У вас всегда есть просмотры, всегда есть подписчики, которые так или иначе, если вы прям перед фильмом скажете: «Хватит смотреть фильмы, давай подписывайся на мой канал, мне намного интереснее, чем этот дерьмовый фильм». Ну, такие кейсы были, музыкальный клип мы так делали, с такой вставкой вначале на 25 секунд. Люди переходили, смотрели этот его клип у парня, подписывались к нему, и канал у него вырос. Поэтому, ну, реально, это работает, это возможно, это надо делать. Создавайте киносайт, зарабатывайте на киносайтах. Это работает. Заработок на киносайтах, он есть. И это нужно делать. Прямо сейчас создавайте домен мойфильм.ру, и все. И начинает работать. Если есть какие-то вопросы конкретно по киносайту, по простому сайту, напишите их в комментариях, я уже конкретику отвечу. Опять же, есть куча всего в интернете, в бесплатном доступе, все открыто, читайте, смотрите, делайте. И если вы хотите, чтобы я вас научил, ну, блин, я не обучаю, я просто хочу вам дать возможность, чтобы вы поняли, куда действовать. Если вы хотите, чтобы я рассказал свой опыт, я могу его рассказать, напишите об этом в комментариях.